Тебе 30. Ты до сих пор горбатишься на деле с маленькой зарплатой и графиком 5-2? Не можешь избавиться от чувства зависти, наблюдая, как 18-летние блядские тиктокеры просто кривляются на камеру и зарабатывают миллионы? Выход есть. Стукануть в военкомат. Всего один звонок, и эти пиздюки будут выполнять не челленджи, а приказы. Thank you.